взял, кроме садрывая, 60. По угольному вопросу у главы территориального совета Достук Ташмамата Кучкорова имеется целый журнал. Здесь содержится информация о готовности населения терсовета к зиме. На сегодня 70% населения обеспечено углем. На топливной базе, согласно спискам, люди получали уголь по 4000 сомов за тонну, а с доставкой на дом по 4300. Территориальный совет Достук является самым крупным в городе Ош. Здесь проживает более 36 тысяч человек. Более 5 тысяч хозяйств частные. Они-то и находятся в поле пристального внимания. Семье Шерман Арджимановой 8 человек. Пенсионерка уже начала топить печь, чтобы внукам было тепло. Запасов угля и дров должно хватить до весны, надеется хозяйка. Дети заготовили дрова. Месяц назад купили уголь по 4 сома. В общем, к зиме готовы. Тем временем цена на уголь в городе Ош с каждым днем растет. И на сегодня уже колеблется от 5 до 6 сомов. По словам работников пунктов продажи угля, на сегодня даже ощущается дефицит твердого топлива. С одной стороны, это связано с тем, что население заготавливает уголь больше обычного. С другой стороны, объемы поставок из карьеров уменьшились. В мэрии города Ош меж тем сообщают, что город к зиме готов. Центральное отопление уже подключено и работает. Уголь у населения в достатке. На сегодняшний день горожане запасали уголь в объеме более чем 32 тысячи тонн угля. Таким образом, мы можем сказать, что то, что поставлено перед нами, перед мэрией, задача со стороны правительства уже выполнена более чем на 200%. Теперь городское руководство работает над задачей максимум, согласно которой запасов угля у каждой семьи должно быть не менее 3 тонн. Гульбара Кенджеева, Акджол Айбашев, Общественный первый канал, Ош.